Специалист отдела обслуживания городской библиотеки сил Ламяя Ирина Разгуляева на этой неделе рассказала команде ЕСН-ТВ о прошедших и запланированных мероприятиях. Начну с того, что у нас недавно прошло, и потом освещу события, которые предвидятся. Закончились осенние каникулы, на которых у нас было очень многолюдно. Дети приходили в больших количествах. У нас можно было поиграть, как обычно, поучаствовать в различных викторинах, поразгадывать кроссворды. И также они мастерили различные поделки. Как мы уже неоднократно оповещали, каждую среду у нас 16:30 проходят встречи клуба общения на эстонском языке. И на последней встрече, это было 26 октября, гостем клуба была министр культуры Эстонии Пирет Хартман. Она уроженка Ида-Вирма, и она здесь родилась, выросла. И на встрече, конечно, чувствовалось, что ей очень близок и понятен наш край, наш уезд. Госпожа министр ознакомила нас с проектами, с планами в области культуры. Встреча была очень такой тоже многолюдной, народу пришло необычно много. Каждый хотел с ней сфотографироваться, образовалась очередь из желающих с ней сфотографироваться. Она каждому уделила время, каждого выслушала, и на самой встрече ей задавали вопросы, и она на них охотно отвечала. В прошедшую субботу, это 29 октября, у нас прошла встреча хлебопеков, на которую мог прийти любой желающий, мог ознакомиться с основами выпечки хлеба на закваске. Любители хлеба обменивались своим опытом, рецептами. Ну и, конечно же, прошла дегустация хлеба, который они испекли сами на закваске. Теперь освещу, которые у нас появились новые выставки. Значит, в витринах выставлены картины из кожи. Название выставки «Прекрасная природа». И, как мы видим из названия, тематика природная. Автор Маре Орас – это жительница села Мяя. На стенах также у нас новая выставка. Здесь мы можем увидеть мини-гобелены. Это виды села Мяя. И выполнены они в различных техниках рукоделия. Выставка предоставлена музеем села Мяя. Особое внимание хочу уделить тому, что на следующей неделе с 7 по 11 ноября в нашей библиотеке состоится ежегодный, ставший уже традиционным, литературный конкурс «Живая классика», в котором участвуют практически все дети из села Мяя. Конкурс в этом году посвящен писателям-юбилярам 2022 года. Это 6 писателей. Эстонский Оскар Луц, Айно Первик, зарубежные Генрих Гейн и Астрид Линдгрен и русские писатели, чье творчество и чья жизнь тесно были связаны с Эстонией, конкретно с Ида-Вирма, это Игорь Северянин и Константин Бальмонт. В конкурсе есть несколько номинаций, такие как «Звучащее слово», где нужно прочитать стихотворение или какой-то поэтический отрывок. Также есть номинация «Арт-талант». Это все связано с художеством, с рисунками, с презентациями, видеоклипами. Есть еще номинация очень интересная «Кот в мешке», когда ребенок должен прочитать незнакомый текст с листа. И номинация «Книга «Дело семейное», в которой можно участвовать всей семьей». Более подробная информация, в какой день состоится, во сколько, кто участвует, все это у нас размещено на нашем сайте sleep.ee. И также была разослана реклама по всем школам. Это я все рассказываю о библиотеке на Вир-26. И хочу упомянуть про библиотеку на Калда-12. Там 9 ноября состоится встреча с американским профессором геологии Ильей Буйневичем, который расскажет о своих исследованиях по изучению береговой линии Эстонии. Также он расскажет о своей работе в Литве, в Латвии и в Америке. Встреча состоится на русском языке в 3 часа дня 9 ноября по адресу Калда-12.
А вернемся на Веру 26. У нас 18 ноября в 3 часа дня будет мастер-класс по рисованию ватными палочками. А в вечернее время, с 8 до 9 вечера, у нас состоится библиотечная ночь или ночь в библиотеке. Это устраивается в библиотеках по всей Эстонии. Конкретно в нашей библиотеке будет так называемая пижамная вечеринка, на которую можно будет прийти в своих любимых пижамах, костюмах, тапочках, принести с собой любимые игрушки-подушки. И здесь будет несколько платформ организовано для детей и взрослых, где можно будет поиграть, посоревноваться, в чем-то поучаствовать. Детальную программу мы еще разрабатываем, и более подробная информация и реклама будет нами дадена на сайт. И на дверях мы всегда вешаем объявления. Смотрите и следите за нашими объявлениями на нашем сайте sleep.ee и приходите, мы вас ждем. Следите за последними новостями вместе с командой ESN TV.